Ну что ж, дамы и господа, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзес. Сегодня, ребят, долгожданная серия по моему замечательному паблику, эволюционный паблик. Здесь довольно-таки неплохой сейчас онлайн играет. Паблик сделан наподобие как в CSGO, со скинами, то есть очень много разных плюшек. Поэтому, братишки, жду вас всех на сервачке, будем вместе с вами играть. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Заходите, буду рад каждому, потому что давно-давно уже не снимал видеоролики по данному паблику. Поэтому, братишки, реально жду вас всех. Вот, пацаны со скинами уже бегают разными. То есть, вот, бомба, как в CSGO. Кто еще не знает, сервачок сделан как в CSGO. Слева в углу, я думаю, вы видите звания написанные. Вот у паренька The Global Elite. У второго, получается... А, один осталось? Нет? А, это мы с вами, короче, Global Elite. А у пареньков звание пишется где-то в другом месте, ребят. Короче, я понял. Вот, звание как в CSGO. Вы делаете киллы, качаетесь, набиваете звание. Типа, вот, Silver 6 пареньки вот в чатике пишут. Я пишу, да, у меня пишется King, типа, моя привилегия, и The Global Elite. Во, ребят, вообще классно. Сейчас мы поиграем, побегаем. В конце раунда вот такая анимация, кто победил, пишется. Короче, все классно, все здорово. Вот калаш, пустынный повстанец, пацаны со скинами, вот ножи у них, вот у паренька, калаши, как в CSGO. То есть очень все классно, очень все здорово. Поэтому, братишки, напоминаю, если будет желание, то заходите, будем с вами вместе играть. Менюшечка сервачка на буквочку N, английскую, на T русскую. Здесь можем обнулять счет, в принципе. Ух ты, пареньки уже тусуются. Можем менять карту, личный кабинет, получается, топ-10 игроков. Квесты выполнять можете. Вот, к примеру, вы должны в любой клан вступить, допустим, убить противников 50 раз, то есть вот, ребят, и вам за это даются вот деньги, которые пишутся в левом углу, деньги, как на зомби-сервачках, то есть система, ну, денег, рублей, короче, вот, выполняете квест, также вот убиваете, смотрите, у меня сейчас счет 991 рубль, убиваем, а, мне сзади обошли, убиваем, к примеру, паренька какого-нибудь, мне сразу же зачисляется там плюс 1, плюс 2 донат рубля, ну, вот этих рублей на счет, то есть, если вы убиваете в голову, вам зачисляется 2 рубля, за плент, за дефьюз бомбы, вам также зачисляется по 2 доната или по 3 донат рубля, за убийство с ножа зачитается вообще вроде бы 3 донат рубля. Поэтому, братишки, как-то так. Все очень классно, все очень здорово. Буду рад каждому, если вы зайдете на сервачок. Будем вместе с вами играть. Будет очень-очень классно и, в принципе, весело. Вот калашик закупили. Дальше у нас получается личный кабинет. Это вот топ-10 игроков, давайте вам покажу. Вот, пареньки, просто система очень классно сделана. Убито сколько киллов показывается, смертей в голову, то есть уровень умений. Короче, вся система проработана, сделана. Я, кстати, на сервачке занимаю 311 место из 2750. Поэтому как-то так, брата. Так, возможно, сейчас кто-то выбежит. Опа, мы убили, смотрите, плюс 993 за то, что мы убили в голову. Мне дали плюс 2 донат рубля вот этих ребят, поэтому очень классно. Вот, все скины, как в CSGO, все круто. Бомба, как в CSGO, ребят. То есть сервачок реально сделан в стиле CSGO, поэтому если вы хотите, ребят, поиграть на моем сервачке, то буду рад каждому. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Ух ты, мы с пареньком остались один на один, он тоже донатер. Давайте на нож, на нож, на... Я понял, короче, хотел на нож, но не получилось, не портануло. Вот пареньки также с привилегиями, сейчас к привилегиям мы дойдем. Также вам их покажу, ребята. Так, давайте заходим дальше. Магазин скинов. Вот, получается, вы копите себе вот эти рубли и сможете заходить, к примеру, вот, АК-47. Здесь вот скины есть. Кровавый спорт, вот, к примеру, опа, 20 тысяч рублей стоит. Ну, вам придется попотеть. Вот так он выглядит, то есть на каждый скин здесь... Каждые вот такие вот показаны, сможете осматривать оружие. Красная ярость, к примеру, типа вот, вот такие вот, ребят, скины. Очень классно сделано, я считаю, все очень здорово. Так, этого завалили. Уже 995 донат рублей, то есть классно, ребят, я считаю. Так, паренькам вообще пофиг, что ли? Так, окей, братишка, братишка, ты куда там полетел? Вот, я думаю, короче, вы поняли, ребят. Вот, можем смотреть, можем все делать. Картель, к примеру, вот у меня есть, можем экипировать. Все, сразу же дается картель. То есть очень-очень все классно. Дальше получается, ну и также, следовательно, ножи. Вот, к примеру, нож, у меня вот куплены ножи убийства, к примеру, керамбит. Вот мы нажимаем, посмотреть. Вот можем нож, бабочку всякие. То есть реально, играть очень интересно. Мраморный градиент, и все, все пареньки их видят. И наслаждаемся, так сказать, игрой. Так, а бомба у меня или нет? Давайте посмотрим, на все любые оружия сможете ставить себе вот эти вот приколюшки. Во, бомба, короче, ребят, вижу. Все, и дальше идет уже менюшка привилегий. Сейчас я вам ее также покажу, братва. Давай.
давайте вот нож возьмем. Сейчас паренек, думаю, прилетит, и нам будет, в принципе, ГГ. Вот, да, все, увидел данного паренька, ребят, давайте. Или, да, опа, вот так, все, и завалили по красоте, и победили террористы. В конце раунда играет музыка. Вы отыграли на сервере, там что-то написалось, 300 минут, бонус, здесь донат рублей. Да, чем больше играете, тем больше получаете всяких бонусов. Давайте, вот, к примеру, VIP-меню, здесь можете каждый раунд брать АВП-шку плюс Дигл, АВП-шку плюс СМ-ку, 5000 денег, воскресите, если вас убьют, и все гранаты бесплатно. Вот АВП-шку, к примеру, у меня АВП-шка Азимов установлена. Гранаты тоже в стиле CSGO, ХАЕ гранаты, вот получается, флешка, давайте я отверну, чтобы меня не ослепило. А, кстати, две флешки нам дали, кстати говоря, да, и смог, в принципе, ребят, смог тоже, как в CSGO, такой вот разноцветный, разными цветами. Опа, убили паренька, опа, так, ну сейчас не попали, опа, не попали, давайте в смог, сейчас будем смотреть, если кто-нибудь выбежит сюда, сразу же его завалим. Так, дальше получается, вот, анимация, кстати, на буквочку нажимаете, у вас открывается анимация, друзья мои, это тоже довольно-таки классный и большой плюс на сервачке. Так, дальше получается, у нас вот менюшка VIP, нажимаем воскресить, опа, и мы воскрешаемся сразу же, можем бежать на спаун там и убивать дальше всех пареньков. В менюшке админа, ребят, сейчас покажу вам, что вы сможете делать. Калаш подбираем, вот такой халявненький. Сможете брать 16 тысяч денег, 200 хп каждый раунд в начале. Вот анимацию я нажал, включил, вот такая вот классная анимация получается. Так, у нас сейчас пареньки будут дефать бомбу. Опа, завалили, так. У нас еще один паренек, я так понимаю, да? Вот он, опа, опа, опа. Сейчас по пульке. Ага, по пульке он меня Савика завалил. Вот так я вам скажу. В менюшке админа получается, ребят, бесконечно патрон вы сможете ставить, включать без перезарядки, стрелять, тихий шаг ставить, чтобы вас никто не слышал. И в принципе ставить мега прыжок. Вот, к примеру, сейчас мы закупим калашик. Смотрите, ребят, я стреляю и вот нажимаем бесконечно патроны. У нас патроны вообще без перезарядки. Обойма заканчивается и сразу же начинается новая. Так простреливать сможете любые стены и вообще, типа, вообще без перезарядки стрелять. Тихий шаг, я думаю, понятно, все. И мега-прыжок. Обычный прыжок у нас вот такой, а мега-прыжок вот такой. То есть прям большой на любой вот. Сюда мы не можем запрыгнуть, а сюда вот, опа, запрыгнули. Дальше, к примеру, хотите сюда, запрыгиваем сюда. Потом туда вот. Ну, я думаю, все понятно, ребят, все классно. И все, в принципе, очень-очень здорово. Так, давайте подберем калашик. Дальше, что еще? Управление сервером, то есть кикнуть, забанить, ударить, убить, сможете сменить карту, это все понятно, я думаю. Дальше в менюшечке админа также есть, в принципе, меню званий, сможете добавлять опыт игрокам и сможете устанавливать им звания своим друзьям, к примеру, вот установить звание. К примеру, ищем Рамзес, опа, и ставим себе звание Голд, Нова, Мастер, Гвардион, Беркут, Суприм, то есть вообще Биг Стар, допустим, вот Биг Стара поставил, и все, и опыт. У меня сейчас в чатике пишется Биг Стар, то есть система званий, все проработано, все классно. Дальше, менюшечка лорда идет, получается, банихоп, вот у нас сейчас банихопа нету, включаем банихоп, и смотрите, опа, опа, сам прыгает человек, пробел нажимаем, и все, и наслаждаемся, так сказать, игрой, вот так, по красоте, простенько, быстренько. Уменьшить разброс, это вот, смотрите, мы сейчас стреляем, к примеру, вот в эту точку будем сейчас стрелять, смотрите, ребят, сейчас флешка пропадет, вот, стреляем, и разброс, я думаю, вы видите, уменьшаем разброс, и у вас прицел вот. Типа, я думаю, вы понимаете, типа, уменьшен разброс. Очень классно. И также скорость нажимаем, скорость у нас обычная. И сразу же добавляются с банихопом. Это просто, ребят, шикарно смотрится. Я думаю, вы это сами прекрасно все видите. Еще прыжки просто мегачайшие. Вот так вот, выхопить, играть. Опа, опа, вообще просто топовые ребята, вот так, я считаю. Очень-очень классно и очень-очень здорово. Тэшник победили. И также можем устанавливать здесь еще менюшки лорда линию за спиной, вы также это сможете делать. Вот, к примеру, Биазарт, молния, радуга. Изменять цвет, то есть Биазарт ставим. Опа, такие вот цвета. Опа, такие, опа, такие. Вообще, ребят, очень много разных вот таких плюшек. Буквы там, вот, Майнкрафт, сердечки, дым, сияние. То есть, вот, ребят, вообще прям очень-очень классно. И также цвет сможете изменять вообще просто на изи. Вот, изменить цвет нажимаем, к примеру, аква, типа синий такой. Вот, согласитесь, шикарно смотрится. Особенно если вы хопите вот так вот, просто вот такие вот остаются прям вообще топовые, ребят. Реально, вот еще паренька практически бы завалили. Было бы вообще прям шикарно, но что-то не получилось. Сейчас у нас раунд закончится, в принципе, и мы будем играть, ребят. Все, давайте, короче, вы бы выбрали аквалинию, вообще красиво она. И когда вы следите за пареньком, эта аквалиния отображается, в принципе, у вас.
Поэтому, братишки, очень-очень здорово. Так, и остается у нас, в принципе, последняя менюшка. Это менюшечка Кинга, ребята. Она самая сочная, самая крутая. Вот давайте F6 нажимаем, короче, вот так. F1, точнее. И смотрим менюшку Кинга, ребят. Здесь вам будет доступен антиразброс. То есть вы стреляете, включаете антиразброс. И вообще прицел просто не трясется. Вы понимаете, ребят, как это здорово и круто. Дальше сможете брать 200 хп, 200 жизней. Святую гранату сможете покупать. За 10 тысяч, ну, денег, которые у вас справа указаны. Святая граната, смотрите, что дает, братва. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, нам нужно выбрать вот паренька. Опа, бросаем. И, в принципе, замораживает его на несколько секунд. И вы сможете вот так его завалить. Но, к сожалению, не я его завалил. И это очень-очень обидненько. Опа, паренек стоит савиком, скорее всего, сейчас выносить всех будет. Дальше сможете брать, ребята, винтовочку Elf Light. Она бесплатная. Она сносит, типа, с любого удара, даже по 1000 хп. Типа, без разницы, выстрелите ли вы в ногу, там, попадете, черканете, прострелите. Она в любом случае, в принципе, сносит по 1000 хп, и это очень-очень классно, в принципе, и здорово. Поэтому как-то так, братишки, вот, F6, F1 нажимаем, и давайте взять винтовочку. Вот так она выглядит, стреляет еще так же, ребят, сейчас покажу вам. Получается, вот, с такими вот молниями, очень классно. Сейчас, смотрите, мы быстренько сюда прилетим, и может быть, кого-нибудь завалим, я покажу. Опа, не получилось, не фартануло, так сказать. Сейчас, смотрим. Она через стену убивает вообще любого паренька. Опа, через стену, даже если вы будете... Во, видите, через стену попал вообще в голову и завалил паренька. Опа, практически попали, ребят, с вами. Практически. Так, сюда не попали. И вот, вообще через стену, через все она дамажит. И это очень-очень... Классненько, вот так, ребят, по-быстренькому стреляем, но, к сожалению, не попадаем. И также сможете ставить наземные мины, да, все. Сейчас покажу мины, что дают вам, ребята. Это сможете получать там, ну, пареньки смогут, то есть вот вы ставите лазерные мины на пол, на землю, и пареньки взрываются на них, короче. И сносится, там есть несколько видов лазерных мин, ребята, и, в принципе, они реально имбовые. Так, смотрите, вот у меня 4000 Е, заходим в менюшку Кинга и берем наземные мины. Есть простая мина, замораживающая, огненная, ядовитая и галлюционная. То есть прицел начинает трястись. К примеру, вот заморозку ставим сюда. Опа, все, поставили мину. Также еще одну. Опа, и огненную. Две лазерные мины есть вот эти. И смотрите, берем сейчас пушку, просто продемонстрировать вам. К примеру, М-ку плюс Дигл. Вот у меня такая М-очка стоит. И смотрите, ребят, сейчас пареньки зайдут сюда на этих минах. Опа, заморозилась. Ребят, стреляем, также огненно еще есть. Смотрите, сейчас паренек выйдет сюда и будет гореть, то есть, ну давай, братишка, выйди, пожалуйста, по-братски, так сказать. По-братски выйди, завали меня или себя завали, не знаю. Так, давайте, во, прострельчиком вообще можем вот так. У нас бесконечный патрон и антиразброс. О, стоит вообще паренек, не парится. Так, то есть на нас эти мины не действуют, только на других пареньков. И сможете вот так, ага, нормально эти братан чилите, да, нормас, просто красавчик, братишка. Вот так, ребят, то есть вот такой сервачок, давайте сейчас поиграем. Вот АВП как это, горячая греза вроде бы, да, у меня такая, то есть Чантика, или как она называется, точно не помню. И также вот еще раз можем одну лазерную мину поставить, у меня денежки есть, давайте ядовитую поставим, вот, все, ребят. То есть это реально очень классно повыживать, вот так поиграть, я думаю, будет самое то, интересно, круто, в принципе, и здорово. Все, завалили через стену пацана, у меня уже 1116 донат вот этих валюты, донат, да, опа, сейчас мы завалим. Во, ядовитая, видели? Он зеленым стал, ребята. Ядовитая стала такая вот мина. Ух ты, через стену просто всех мочим. Я уже 13 киллов себе замутил, ребята. Смотрите, сколько пареньков положил, но меня вот этот положил. Все, ребята, осталось вам показать только цены на привилегии, чтобы вы знали, что сколько стоит, получается. Вот, випочка на месяц 100 рублей, на 2 месяца 200, навсегда 300 рублей. То есть функции здесь я вам все показал, их безумное количество. Также админка на месяц 200 рублей, на 2 месяца 300, навсегда 400 рублей. VIP-админ лорд на месяц 400, 2 месяца 500, навсегда 600 рублей. И самая максимальная привилегия, то есть имба просто лютая, ребят, на месяц 600, на 2 месяца 800, навсегда 1000 рублей. То есть привилегии продаются через онлайн-сайт kiberrelian.ru. Заходите на сайт, выбираете сервер, эволюционный паблик, выбираете любую привилегию от VIP до Кинга. И в принципе оплачивается любым способом, там Киви, Яндекс, Вебмани, с баланса телефона. Вообще, как вам только удобно.
И, в принципе, все, после смены карты у вас появляются привилегии, и вы, так сказать, наслаждаетесь игрой. Бросаем ХЕ, в принципе, смог, сейчас, я думаю, будет другого цвета, тогда был желтым, сейчас ярко-желтым таким, тогда был оранжевым. И все, и просто бегим, да, сейчас вот так на спаун по красоте. Опа, этого завалили, АВП-шку подбираем, значит, клатч у нас. Опа, этого... Ну, нас заваливает, короче, ладно, ничего страшного. То есть, вот, ребят, также опыт качается, звание, то есть, все, что только возможно, вы сможете прокачать и, так сказать, насладиться игрой. Вот карты, здесь очень много карт разных. То есть, ребят, это безумно классный и крутой сервачок в стиле CSGO, поэтому здесь также очень много игроков с привилегиями, еще раз повторяюсь. Сможете играть, наслаждаться, так сказать, игрой. Вот мне замораживающие мины нравятся безумно больше, чем обычно. Опа, две лазерные мины поставили вроде бы, да? Все, сейчас, если паренек сюда выйдет, все, к гейму, он... Опа, все, заморозился, и все, по красоте, еще одна вот мина есть. Так, опа, флешечка, давай, братишка, выходи, сейчас мы тебя завалим, братанчик мой. Опа, завалили в голову еще, вообще просто шикардос. Так, паренек стоит, опа, ну, меня Савика завалил. Короче, ребят, вот такой сервачок онлайн, здесь постоянно играют пацаны со скинами, вообще наслаждаются игрой, обязательно заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать привилегии, буду частенько играть, частенько стримить, все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Еще раз повторяюсь, это мой сервачок, эволюционный паблик, поэтому жду вас всех, братишки, буду рад каждому. Ну, на этом я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, с вами был РМЗ Сидела, всем хорошего настроения, братва, всем удачи, всем пока.